веревочках. Что, тяжелое? Интрижка, интрижка, тихо. Тяжелое. Это что? Это айфон! Айфон! Жестко прямо, так нельзя делать, чувак, это так просто нельзя просто делать. Жесть, я просто, я бесконечно могу смотреть на это лицо краба. Hello? Блять, пацаны, Эрика опять увозят. I need to go to Красная площадь. Please. Я не понимаю, почему он сидит. Где пассажир? Нет, не Красная площадь, но Димитровская улица. Why not Red Square? No, go. Пацаны, что им пойдет так черт, типа он пассажир. Красная площадь? Нет, другой это. It's not my address. Ой. Здравствуйте. Красная площадь? Это мое такси было. No, it's my такси. It's my такси. Fuck me. Что? Fuck me. Fuck man, it's my taxi. Man, it's my taxi. It's my taxi. Что там? А, он говорит, my taxi. It's my taxi, man. А, what the fuck, nigga? Я такси заказывал. No, it's my taxi. Выходи. No. Выходи. No, man. Ты что? No. No. Из такси вышел? No. Из такси вышел? My taxi. Блядь, из такси вышел. Окей, окей. Драться, начните драться. Блять, а что ты сейчас уедет, блядь? Красавчик, просто я слышал это. Майкар, бро! Мне немножко жалко, на самом деле, таксиста. Для любителей футбола есть классная игра, которая завоевала популярность в других странах и теперь выходит на российский рынок. В этой игре есть всеми любимые паки, которые ты, кстати, можешь получить бесплатно прямо сейчас. Выход их запланирован на 5 октября, однако уже сейчас ты можешь зарегистрироваться и получить ранний доступ, приглашать друзей и собирать награды. Football Team — это необычный футбольный менеджер, ведь команды в нем состоят исключительно из реальных людей. Регистрируйся по моей ссылке, тем самым поддерживай мой канал, а также подписывайся на группу ВК и Telegram игры. Что у нас самый слабый игрок в футбол в России, дядя? Еще раз, звонок Наде Карповой, говорит, что у нас самый слабый игрок в России. Да. Алло, Надь, привет. Да, привет. Короче, я что-то посмотрел твои игры, решил тебе, ну, знаешь, что сказать? Типа, ты самый слабый бомбардир в истории России. Почему так? Можешь объяснить? Не знаю, работаю над этим пока. Но я что-то вообще не вижу. Ноль прогресса. Ты всю историю карьеры. А ты когда последний раз на моей игре был? Ну я смотрю. Скажи, я смотрю в инете. Ты в инете смотришь у меня в инстаграме? Ну ты вообще прям деревянное дерево. Пень. Ну ты прям женский погребняк. Знаешь, кто самый хуёвый блогер-рэпер? Кто? Альберт, блядь. Ну ладно, на самом деле ты самый сильный бомбардир, просто МБП поиграл, проиграл звонок, я должен был как-то его наказать. Я догадалась. У нас еще осталось пару подходов, и Эрик говорит ему, что... Ему нужно мороженое. Эрик говорит, ему нужно мороженое для этого подхода. Мы не понимаем, зачем, но мне интересно, посмотреть, что это будет, реально. Он мороженое взял, так что можно идти подкатывать к девочке. Это будет тупейшая фигня, я серьезно говорю. За цвета кожи я не похож на Брэд Питт, это потому что я черный? А если вот так? Долбоёб. Так, я больше похож на Брэд Питта? Долбоёб. Да. Да? Актёр, который... Пиздец. Тут, он мне ещё дома сказал, мне салфетку верну. Или вот здесь, ещё чуть-чуть. Баба, я подумал. А теперь вы мне дадите свой инстаграм? Да. Инстаграм дадите мне? Нет? Пожалуйста.
Но есть еще одна идея. Он звонит Гудмаксу, говорит: бро, в начальных классах я занимался музыкой и довольно-таки неплохо пою, ну и споет. Алло. Алло, Гудь, привет, это Мбаппе с Тудроса. О, привет, привет. Здорово, как ты? Отлично, отлично. Откуда у тебя мой номер? Ну, я у Хулы взял. Короче, что случилось? Ну, есть одно дело такое. Вот я в детстве занимался пением, я ходил на хор. Я тебе предлагаю снять видео, типа, совместно, как мы там поем какие-нибудь треки. Ух ты! Ты как поешь? Высоко, низко? Ну, я думаю, более высоко. Более высоко. А какие вот песни ты пел вот последний раз? Парочку. Я тебе могу отрывочек. Я тебе могу отрывочек спеть. Давай. А, слушай, ну у тебя в Инстаграме есть что-нибудь записанное? Не, в Инстаграме нету. А так, слушай, Ром, это хорошая идея. Ну, я думаю, да, это хорошая идея. Тебе спеть? Ну, давай, что-нибудь спой. We are the champions, my friend. Что-нибудь поадекватнее. Тебе не нравится? Нет. Не, ну пока. Ну так по телефону не слышно. Может быть, ты мне звонишь и просто рофлишь, понимаешь? Может быть, и такая история. Ну, я не знаю. Да ладно, чувак, мы, короче, видос снимали по фифке, я проиграл, я должен был тебе позвонить. Я так и понял. Офигенно, бро. У тебя офигенная реакция. Я сейчас, чувак, умираю. Я вообще не могу, блядь. Как только ты представился, я сразу понял, что в это время ты где-то провинился, и сейчас что-то будешь нести, поэтому я был готов. Офигенно. А, ну все, молодцы, наказание выполнено. Ну давай, бро, на связь. Вот, будьте давай, лучший. Давайте. Давай. Давай. Как я спел. We are the champions, my friend. Ты чувак! Ты чувак! Я отвернулся! Господи! Че это хуйня, пацаны? Пацаны! У меня просто мозг отказал на секундочку! Блять, из рук! Мне в голову, блять, тогда Жакин Фейм не пропускал! Охуеть! Бро, я вернулся! Ни хрена! Братан, все палец. Каждый странный взгляд. На тебя смотрю как на дебила. Ты слышал? Да. Тобой поржали. Мне показалось, или ты той девочке понравился одну? Вряд ли. Она обернулась и посмотрела на тебя. Ну, у нас небольшой чуйц сейчас намечается. Ну, че зарпнемся попкорном, закинемся. Пойдем в кино, пойдем на Капитана Марвел. Ну что, позырим? Напишите, ребят, как вам фильм. Алло. Алло. Тут небольшая проблемка у меня. Ну ты не переживай. Какая? Меня в ментовку забрали. Я не понимаю. Это шутка? Не, там просто сникерс валялся, и я его взял. Я подумал, он оплаченный. Тёма. Мне в страшном сне такое не приснится. Ты чё, издеваешься? Тёма, что мне надо делать? Забрать меня, а что ещё? Может, тебя всё-таки пока там оставить? Чтоб ты был у меня? Ну, штраф там будет 8000. Вакансии дворников просмотрим, Тёма, в нашем районе. Ты их отработаешь. Ну всё. Да? Это была шутка. Это лучше, да. Все, Тёмочка, пока. Пока. Блядь, работал как надо, блядь. Он это сделал. Он будет родиться Голливуда от Артёма. Блядь. Это было хуйня, братан. Бро, я это сделал, ёпт. Жесть! А трусики Келли Клей провались, смотри! Краб, ты как?
Посмотри, все гости выпали, брат. Ты погнул тупо, смотри, все соскочило. Жесть. Попало именно еще самыми крайними гвоздями, которые самые больные, типа не центральными. А че за пытка, вы че? Ну ебани, братан. Пацаны, ебать, блядь, спасибо за просмотр, ставьте лайк.